каноном католического Рождества у вас всех. Спасибо. Вот, не безмерно рада, счастлива видеть эту замечательную пару. Вам спасибо за такую фантастическую музыку, ваше исполнение. Это, я же говорю, лучше, чем Галиди. Вообще, я считаю, что лучше, чем одесситы не пишут стихов никто в мире. Никто не играет музыку, не бывает более музыкальных людей, чем одесситы. Нет лучше прозы, чем одесской, ну, как бы, знаете, как король сатиры, тот же Жванецкий, там еще какие-то люди, это только Одесса. Все именитые художники мира так или иначе каким-то образом связаны с Одессой. Все самые известные голливудские звезды обязательно связаны с Одессой. И так волею судеб, вот я, например, родилась в Никополе, в Днепропетровской области, и уже там 16 лет всего прожила, а в Одессе уже 25. И сын у меня одессит. И вот как-то так получается, что нет другого города, который бы привлекал так сильно, как наш замечательный город. И именно в этом городе, в Одессе, родился мой первый сборник. Я начала писать стихи и прозу еще в 94 году. Я сама филолог по специальности первой. Еще я психолог, проектный менеджер, психотерапевт. Но красавица, комсомолка. Это было, да, это было честно, Риточка, все было. Да. И возле привоза 11 лет на Молдаванке прожила, это я тоже в курсе, весь колорит, пыталась себя, но мой первый сборник был издан в 2006 году, здесь 8 всего рассказов и 32 стихотворения. И он называется «Мерседес», и чисто символически я, в общем-то, сегодня пришла к вам маске для того, чтобы это все-таки псевдоним, вот, выступать под своим псевдонимом. И мне хотелось бы прочесть вашему вниманию, представить одно стихотворение. Машенька, если можно, запиши, пожалуйста, по отдельным файлам.